Всем мое почтение, друзья. Сегодня 16 августа 2023 года. И хотел бы высказаться по поводу такой вот ситуации. А именно, буквально вот на днях прошел парад у Польши в честь польского войска, на котором выступал президент Дуда. И вот он сказал, что независимость Польши и безопасность Польши зависит от украинских солдатов, которые сейчас сдерживают российских оккупантов на границе. И вот у меня вопрос ко всем тем, кто говорит, мол, Польша в НАТО, Польша в НАТО. Если президент Польши говорит, что безопасность Польши зависит от украинских солдат, которые сейчас держат российских оккупантов, как вы считаете, речь, которая на таком вот важном событии, которая стала одним из больших с 2019 года у Польши, это речь просто так или продуманная? Я лично считаю, что на НАТО надейся, а сам не плашай. И то, что российские оккупанты, я считаю, что рано или поздно столкнутся с Польшей, с Литвой, Латвией в вооруженном конфликте. Это, как говорится, даже к бабке не ходи. Это уже любому человеку здравомыслящему понятно, что боевые действия России с Польшей не избежать. В той или иной форме. Это будут ЧВТшники, белорусы, что с россиянами одно и то же. По сути, Беларусь и Россия – это союзные государства. Я лично считаю, что такие вот речи неспроста.